Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 5. Так, что у нас? Давай ответим. Hey, look, man. Look. Послушай, you were like a son to me. Ты был мне как сын, сотрудник месяца. Для тебя это ничего не значит. Чувак приставил мне пушку в бутылку. Никакой преданности, никаких принципов. Лучше бы ты принял пулю. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Факт! Да я пошел ты нахрен. Где у меня карта? Так. Ой. Как тут метку поставить? Заметка. Вот так вот. Давайте проедемся, посмотрим. Что это за оно? Чем это мне грозит? Да подожди ты, это ничего страшного. Так. Вот так. Успеем, успеем. Такая маленькая юркая машинка. Так. Даже не знаю, что вам надо от меня. Не успела, да, прорисоваться? Только не на мотоцикле. Ну его нахрен, я эти гонки не хочу даже видеть. Вот сюда едем. Вот так. Я говорю, я с этими гонками даже связываться не буду. Это самое бесячее, это гонки. Эти дополнительные задания, кого-то могу раз... Чтоб мне там машина такая, или марка такая, или окрас такой появился. Зачем мне все это? Не такой я фанат этих гонок, чтобы там фанатеть от машины. Ой, у нее бампер пониже, у этого колесо повыше. Сейчас возьмем задание. Опа. Так. А где-то здесь, кстати. Сейчас за поворот завернем и посмотрим. Да я отсюда вроде уезжал. Опа! Это тренер, да? Ничего не произошло, да как же? Постели, господи, трахались. Да, сейчас мы его завалим. Ой, тебя еще и выкинем. Блин, следуйте, я думал, ты поведешь. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Так. Tennis? Oh, да уйди ты нахрен. Tennis coach? Oh, that's fucked up, man. Тренер по фитнесу. You know, сейчас мы ему устроим фитнес. We gotta watch out for the mailman, dog. Ноги на ширине плеч. I'm a cuckold, a snob, and a fucking shit. Причем плеч совершенно не жены, как он до этого делал. Man, you've been kind of reckless, homie. Давай. Вон он. Догоним этого гондона. Господи, так материться неохота. Вот так. Hey, давай, давай, давай.
think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Мы его найдем. Мы его найдем. Я лично для тебя его могу пристрелить, если хочешь. Так. Ой, а здесь вроде как. Давай, давай. That's his car, вот, right there. Вот, вот машина. Little prick's up there, look. Oh, shit, Cole's doing all right for himself. Устроился трейлер. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, bud! You got the wrong idea, man! Banging married women's a hobby, not a fucking profession. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Блин, ни хрена, они хотят снести дом. I told you I comped the session, bud. Хочешь разрушить его дом? Он разрушил мой брак. Брак. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. Ага, куда лучше. Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is. Негативная энергия меня сейчас просто убьет. Ой, тебя сейчас другой убьет. Я очень на это надеюсь. You come into my house, take my money, and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Я перед тобой виноват. Ты дебил, что ли? Magnanimous. May I please offer you my applause? Fucking motherfucker! Сраный ублюдок, чувак, блин, я даже не хочу, тут ругаются так сильно. Поэтому не хочу это даже комментировать. Вот дело, вот такое. Нечего было лезть в чужой брак. Эх ты. Here we go! Let's see what happens. Oh, you are probably crazy. Oh, shit. Sorry, damn. Давай. Man, get some force on that motherfucker. Еще. Man, homie ain't grubbing outside tonight, dog. Давай, 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 давай. Do it, man. Fucking do it. Nah. Are you fucking serious? И нижние дома тоже порушил. Ах, какой терроризма, вандализма, как это правильно назвать? Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him! Вот теперь можно ехать. Were you trying to pull that dude house off the fucking hill? Man, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court, not on my wife. Дорогой, вышел урок, братан. Сейчас еще жену хоть придется выкинуть из дома, нахрен она нужна там. Hey, it's a service to the fucking community. Мара. Так. Тут есть как-нибудь путь-то скоротать? Ага, да, бетон только везде. Мистер Десанто, what the hell? That's not my house! Вау, смотрите, какие. О, бро, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I have balls for a living. I was just hiding there. С тренером сюда сбежал. Дай мне телефон. Тебе конец, да сейчас. Green light! Martin Madrazo, give you green light! Ты мне что, угрожаешь, что ли? Кошелка. Just fucking terrified. Совсем ума нету. Hey man, that's a mean looking motherfucking essay right behind you. Wow. Whoa, that was quick. Alright, help me deal with this. I'll try, man. Try. Да, блин. Подожди. How much distance we got between us? Hey, let's go. Let's leave him behind.
Блин. Не прогрузилось, да? Поехали, посмотрим. Блин, патроны на него перевел, не знаю, потратились ли на патроны вообще. Ну только что здесь. Господи, еще машину. Ну ладно, машина-то, это бог с ним, машина. Всегда могу новую взять, вон он припаркованный. Кстати, вот такие машины есть. Ой, братья, не слишком быстро летают. Ни хрена не маневренные. Так, показатель стрельбы улучшается, скажем, точно выстрелом, чтобы повысить его уровень, быстрее зайдите в тир и стреляйте врагам в голову. Понятно. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. Тир, сколько мне придется времени провести. Главное, чтобы за патроны не платить. We sit on it, we see what happens. Давай. Вы пес давай туда свою жёнушку. Hey, thanks for the help out there today, kid. Спасибо за помощь, парень. Не думал, что тебе будет так жарко. Черт, тащить дом с холма. Вот еще способ насолить врагу. Блин, жалко, что нет такого периода. Там хрен заклемешься читать. Вы знаете, кто я? А? Вы знаете, да? Кажется, знаю. Хорошо, я знаю, кто ты, и знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин? Правда? Итак, Франклин. Может, расскажешь мистеру Де Санта? Кто я такой? Кажется, вы Мартин Матрасо. Хороший мальчик. Теперь расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Чувак, мистер Мадрасо очень уважаемый бизнесмен. Его по ошибке обвинили в руководстве мексиканской банды в Америке и в перевозке наркотиков. Но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. Умный мальчик. А теперь, Майкл, я задам тебе один вопрос. Зачем ты час назад разрушил дом? Настоящее архитектурное чудо в стиле модерн. Я думал, его владелец страхать нужно. Странно, что у тренера. Итак, у меня дочь просто пришла. Да как-то сразу не подумал. Это уж точно, да уж. Что ж, Натали придержится. Придется пожить в отеле, пока идет ремонт. За твой счет, да? Конечно. Хорошо. И мне кажется, ремонт обойдется где-то в 2-2,5 миллиона. Разумеется. Супер. Потрясающе. Что из этой бабы? Да пристрелить ее надо было, чтоб не звонила. Это кошмарно. Все нормально, как никогда. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Блин. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. Только одним способом. Для начала придется связаться со старым другом. Мне нужен Лестер. Думаю, он в городе. Возможно, придется его поискать. Я займусь этим сам. Давай мне чего-то там. Конечно, чувак. Ну, ё-моё. Да по самые помидоры. Так, ладно. Не будем отчаяться. Выполнено. Далее. Идем по следам. Так сказать, беременных музыкантов. Здравствуйте, это номер Лестера Креста. А кто спрашивает? Знаешь, ты чересчур осторожен даже для покойника.
Майкл. Майкл? А ты что-то весело, дружище, даже смерть не решила тебя так-то и обаяние. Заходи в гости, старина. Я тоже живу в Лос-Сантосе, как и ты. Мориетта Хайс. Эй, стоп, как ты... Эй! Короче, он даже знает, где я живу. Внимание, так. Так, уже находится файл. Да, перезапишем. Итак, где-то тут моя машина, да? Это моя машина, я так понимаю. Так. И мы поедем, мы помчимся. Вот это надо купить. Давай, для начала купим. Только не знаю, вот этим телом мы будем покупать. Нет. Нет, не этим телом. Стой, 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 стой. Блин, блинский. Ладно. Да нет, карта. Твою ж мать. Вот сюда. Хреново. Деньги только у них гритовские есть. Только он самый богатый человек здесь. Но эти пока еще не разжились. Кстати, если вы не знали, но, как я уже говорил, взломать GTA 5 на деньги у вас не получится, поэтому надо взламывать совершенно на другие ресурсы. Так. А здесь вот лучше по навигатору ехать, потому что не там свернул и все. Пропал. Только на вертолете нахрен. И не дай боже, в реальной жизни такое у тебя будет, если ты свернул не на той полосе, не туда или еще что-то. Так, ладно. Ага, все-таки нет, все-таки поверху. Вот так вот, блин. Вот подвинься. Ты че, падла? Не буду я стоять, господи, как вы. Я поеду. Так, не прогрузилось, ладно. Самое что удивительно, почему-то до этого у меня прогружалось все. Когда раньше играл, сейчас не прогружается, хотя компьютер вроде стал мощнее. Кстати, кто хочет помочь, внизу написана ссылка с донатами. На прокачку компьютера. Да, железо надо прокачивать. А мне сейчас, увы, пока это непозволительная роскошь. По крайней мере, на сейчас, на данный момент. Ну давай. Узнаем, что там. Блин, пока минутов нету, можешь ездить как хочешь. Так. Да, уйди, уйди, уйди. Так, у меня есть пистолет, это уже хорошо. Пистолеты есть. Пули пока что. Тоже замечательно. Ай-яй-яй. Ай. Приехал бог знает куда.
ну-ка. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Опа. Кто это? Лестер, чтоб тебя, ты меня не пустишь. Минутку. Так. Давай, козлина, я тебя уже заждался. Господи. Умер, да не насмерть. Ага. Коляски. Нужна моя помощь? Как ты догадался? А, раз уж ты сюда добрался, иначе зачем ты здесь? Лестер, я... Так, я знаю. Ну, короче, извинился. А ты собираешься стать упущенной, выполняя мои просьбы? Точнее, я имел в виду, мне надо кое-что сделать тебе. Так почему бы нам не помочь друг другу? Мне нужны деньги. Отлично. Так ты снова в игре? Похоже на то. Насчет того, что случилось. Я знаю, что ты не называл моего имени. Знаю, что я не засвечен. Знаю, что ты никогда меня не сдавал. Что касается тебя, то я никому не сказал. Что вместо того, чтобы физически разлагаться... Ну давай, морально. Понятно. Короче, не сдали друг друга, и на том молодцы. Можно работать и дальше. Получилось, что получилось, то получилось. Жалкий студентишка, падла, сраный шарлатан. Кто? Джек Норрис? Да. Он долбанный мошенник. Я слышал, он заявляет, будто спас Америку. Так, отдавая всем... Да никто никого не спасал. Что значит? Опять мат-мат-мат, насрал час расплаты. Пришло время примерить белый воротничок, о котором ты давно мечтал, Майкл. Вот возьми это. Стильный рюкзачок, который будет специально создан для 43-го дяди, застрявшего в 80-х. Так, так, страдающий аутизмом в слабой форме. Ну давай, надо, блин, еще, кстати, закупиться тебе всякой хренью. А я прошлый раз, негром покупал все здания. Так. Найду что-нибудь, как старые добрые времена. Еще и астматик. Так. Зайти в магазин, зайдем. Господи, смотрите, у него тут столько всего. Как боится человек за свою жизнь, который ведет незаконную деятельность. Все время в опасении, все время чего-то боится, опасается. Так жить нельзя, это не жизнь. Так. Вот зеленый свет горит. Все правильно, значит, еду. Вышка. Ее поднять можно. Господи, вот так прикольно с поднятой вышкой, да? Тут где-то, кстати, есть кнопка для ограничения скорости, чтобы ты не превышал. Но мы с вами не такие. В игре мы играем для того, чтобы нарушать все эти законы и правила. А иначе было бы скучновато. Блин, эти гребаные маячки. Не показано, да, куда ехать. Вот, кстати, в Москве был там, да, пару развязок, есть нечто подобное. Не такие, конечно, мощные, но нечто среднее такое вот есть. Что тоже мимо промахнулся, тоже не айс будет.
возвращаться, крутить, лутать. И люди там невежливые. Хоть каждого второго морду бей. За то, что машину ставят на однополосный. Опа. И магазинчик образовался. Excuse me. Давайте переоденемся. О, дамочка. Меня пригласили на собеседование. Мне нужно что-то такое, чтобы выглядеть, ну, технарем. Помоложе. That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Давай. Got too old. Переодевай меня, детка. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Также... О, кстати, у тебя юбка хорошая. What about a vest and some cargo shorts? All right. Так. Купите подходящую одежду. Вау. Посмотреть жилетки. Давай. Я хочу вот такой вот какой-то яркий такой взять, чтобы это... Ну, либо такой, либо... Давай зеленый, наверное. Он-то более успокаивающий. Yep, that's as youthful as you're gonna get. Так. Теперь штаны. Блин, я даже не знаю, вот камуфляж это такой вот. Вот такие светлые я возьму. Буду белым человеком. Спасибо, девушка. Так, а я могу купить кепку? Нет, отдельно. Как-то. Вот так вот, в светлом. Ничего страшного. Да, вот она моя машина. Ага, мне тут разворачиваться по правилам тут не надо. Говори. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. Я не могу читать, пока еду. Когда за рулем я не отвлекаюсь. И так-то вожу. Как сказать, я вожу плохо только в игре. В реальности я вожу хорошо. Просто моргать туда-сюда, то на букву, то сюда. То ж так водит. Ну давай, давай. Тем более здесь-то надо побыстрее немножко, не то что в реальности. На! Вообще левый автомобиль пострадал. Я просто вот этот хороший... О! Пепси! Ха-ха-ха! Велосипедист. На велосипеде, кстати, я не знаю, ездил, нет вообще в этой игре. А я вот так выйду, и что ты будешь делать? За тебя, надеюсь, тоже машина. Направляйтесь к черному входу. А я где? А я у черного входа. Давай, открывай! Открывайте, братцы, двери! Эй, вы сонные тетери! Опа! А, он такой же, смотрите, в зеленом! Говорю, как угадал удачно! PM's pushing for more functionality. Руководство хочет больше функций. Но мы и так стараемся. Как раз такое дело, тем более мы планируем через год выпустить платное обновление. Что надо, то надо. В смысле, мы должны выпустить бета-версию в четвертом квартале. Я не против жестких сроков, но когда требования к проекту меняются чуть ли не каждый день, то и работать очень тяжело. Это я тебя понимаю. Wait a minute. Do I know you? Погодите, мы знакомы? Yeah, I think so. Да, ты куда? Вы temp, right? Наш временный айтишник, да? Да. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep нет, оформить заявку. You know what I mean. Это не так хотел бы. Так, следуйте за программистом. Так.
Мой законный перекур закончился. I'm turning consultant when we release. Consulting consultants. Так. Короче, вот так вот в здание проникают, вот так вот. По-идиотски. Смотрите, как я подобрал. Нет, мне просто нравится. Он в зеленом, я в зеленом, блин. Корты, правда, отличаются. Here you go. Смотри, если бы вы, ребята, разрешили мне использовать ту ось, которую я просил, проблем бы не было. Понятно. Сиськи. Got any antivirus software? I think so. Давай. Junk on the left. Clicked an NSFW. А я хочу на сайт это зайти. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. See what I can do. Your son codes? Давай. Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. Господи, одна порнуха у тебя тут. Так. This place is fueled by Java, bro. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я запустить. Rocking out might get you in the right headspace. На. And that should do it. Кстати, когда беременна, не знаю, сипят. Strictly safe for work from now on. Hey, ты видел прототип в демо-версии? Когда Норрис покажет его, так, всем просто мозги вынесет. Ой, даже не знаю, что тебе сказать, порадоваться за тебя, что ли, втихую. Что хоть у тебя все хорошо, парниша. Так. Ты что, в компьютере что-то понимаешь? О, здорово. Телефон. Мне что-то, жучок надо. Что впихнуть? Я далек от этого. Как это все делается? Рюкзак! Рюкзак-то забыл нахрен, вот тебе! Провал! Это, смотрите, это комната, где они развлекаются, там это, снимают напряжение. И сюда. Ладно. Блин, твою ж мать! How's your air guitar? Oh, давай, как вы тут играете? All right, follow me. Я могу поиграть? Okay. Нет, не могу. Ладно. Рюкзак-то забыл, причем на столе оставил. То вот тебе косяк. Это, кстати, косяк программистов, кто игру придумывал нахрен. Вот так. Ой, я туда не хочу там кричать. Так, мне выйти там с любой стороны можно. Сейчас открою вам дверь. Ой, спасибочки. Сэр! Эй, Майкл, hold on. Doomed! I doomed you! Лестер, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Лестер, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Заканчивай разговор, блин, наслаждайся вчерашним днём. Just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Давай. Я даже не знаю, что вам надо-то нахуй. На поле встал, вроде никому не мешаюсь.
А ты через поле едешь ко мне. Охренеть. Как ты меня нашел на этом поле, нахуй? Вот у меня большой вопрос. Как ты меня там нашел? Господи. Ну красиво, как в Узбекистане, да. Там, кстати, тоже красиво. Независимо, даже в захолустье бывает у них красиво. Да. То в Ташкенте. А какой же, в каком же городке-то я был? Я был и в Ташкенте, и... Что? Ханки. Ханки. Что это за машина, которая разваливается? И причем оба на поле находятся. Что вы там ищете? Блин, близкий. Давай. Вырвался же куда-то. Вот так. Машину в розыск хотят пускать. Видишь, какие. Пардон. Ой, у меня там еще желтая машинка какая-то есть. Да. Мне надо в дом. А, блин, мог бы там забежать. На второй этаж, на первый. На первый. Ничего страшного. Смотрю. Да нахер еще по башке, твари такой. Сломай руку нахрен. Скотине вонючий. Так, используя, чтобы переключить каналы. А вот что мы искали. Давайте побольше звук. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house. Дождитесь момента. Today you're about to witness. Я что-то не понял, а где телефон-то? Full-on weapons-grade red alert world domination. Когда Джейсон. They put a billion people's private data. Джей Норрис. In the public domain, and we have milked every penny we could in the process. Блин, блинский. Давай, быстрее. The youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just средний возраст 14 лет. Революционное достижение. Смартфон, короче. Android. Че, я не знаю, как их еще называют. Это, что-то типа корабля-то. Так, подбить корабля-то есть. Ледолайзер. Нет. Флагман. Флагман. Дочить. Что такое дочить? Не знаю. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of.
Дирижабль, Дейв. Computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked. Hold on a second. Я тебе даже звоню. На! Вот тебе нахрен. Раз, два. Ого, Лестер, ого. Господи. На тебе, тварь. Избавься от телефона, придурок. Выполнено. Так. Давай, вот это вот. Связь установлена. Лестер, это было нечто. I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Альфа. Ладно, а как наше дело? About that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Да, конечно, давайте вместо дела. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Maybe I'll take a look. Брокерский ресурс. Это хорошо. Что там? Что-то не понимаю, что ты на бабу смотришь? Что... Так. О, да я недалеко. По прямой тут. Только что я там делаю? Ну давай быстрее. Карта. Так. Ой, я далековато. Fuck this dog. Давайте для начала купим. Что там, местность, дом, усадьбу, участок, неважно. Еду, еду в соседнее село на дискотеку. Не, не, не та песня, прошу прощения. А, да стой ты. Надо что-нибудь такое. Типа крещение огнем надо включить, твою ж мать. Свет былой любви. Что-нибудь Арктиду можно группу включить. Вот под нее-то. А, или бы даже черный кофе будет лучше, нахрен. Вождение. Теперь вам доступен, доступен тир. Ну, тир я уж сам постреляю, как сказать, без записи. Смысл смотреть на то, как я стреляю в тире. Поэтому давайте уж будем откровенны. Сущность каждому ясна. Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Безумные порождают чувства. Великой кисти полотно. Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно старинные полотна. Ренессанс. Так, сюда. Давайте будем откровенны. Картина каждому ясна. Вот эти шедевры и бесценны. Всему на свете есть цена. Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно старинные полотна. Так.
давай быстрее, мать твою. Транспортные средства куплены на веб-сайтах или оставлены в нем. Все понятно. Давайте купим для начала. Даже не знаю, давайте. Выйдем. А здесь он не покупает, здесь он уже берет то, что оставлено. Ну, а как и говорил, денег у меня на хренище. О, у меня машина починилась. Блин, не то. Так, это теперь... Ой, не то. Прошу прощения. Это я еще не открыл, там еще не ездил. Гольф. Не, мне что-нибудь... О, давай Франклин. Поехали к Франклину. Так. Покупайте машины на сайте. Я не могу, нет или нет, телефон не могу открыть машину. Ты охренел, что ли, тварь? Ладно, сейчас выйду, попробую купить машину. Есть, кстати, машина такая прикольная. Мне нравится, она выглядит как это как мультяшная такая. По бокам эти, как у крутых мотоциклов, там, я не знаю, турбохрей какая-то, с которой пламя вылетает. На лимузин похоже. Ну, интересная такая штука. Так. Давайте узнаем. Что он нам приготовил? Сей персонаж. Даже не представляю, как ты с этим справляешься. Ну, конечно, я ведь женщина. О, и побежали толстожопы с этими жопами трясти. Еще и старенькая. Ой. Ты из дома только вышла, твою ж мать. Мы 5 ярдов не прошли. Знаю. Это же духовная прогулка, укрепляйте тело и душу. Вы уж, мать, ты что-то... Давайте, мать вашу. Твою мать, о, собакин. Как же так, с духовной прогулками и прочей херней так. Она просто так прогуливает свой зад. Она же охренительно круглая. Пошли, куда? Нам нужно забрать кое-какие... Ага, вот. А что, поехать нельзя? За угол? Вниз с чопом? Жирняй, тебе ходить надо. Ну, собакин-то да. Мне нравится собакин. Да, хоть и бойцовская собака, конечно, без намордника и поводка, но... Собака, животное, мне нравится. Тетка будет счастлива. Хочешь? Она настолько ждет, чтобы я сдох. Так, мы пришли. Давай, собакина, запускай. Куда едем? Нигер, куда едем?
We going up Vinewood Boulevard. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Да. Your annoying ass. И такой разворот я тоже умею. Look what I set up. Так, man, ладно. Fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Куда ты на встречку-то лезешь, козлина? This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Господи, вот так по правилам ездить? Кто не вообще ездит по правилам GTA, там, не знаю, Need for Speed или чего там? You trying to be some fucking commodity? Единственное правило, по которому можно ездить, это игра дальнобойщика. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what все остальные беспредельные игры. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, dude. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper? Man, это чужой фургон, мне что его жалеть? Boy, you want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand. No problem. Да, конечно, no problem. No, just start another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Господи, какие вы дурки. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Так. Собакин-то там не охренел ли у меня в кузове? Обосялся со страху, нет? Да, я такой на красный свет. Это не моя машина, мне не жалко. А, вообще сюда. На определенное место я подъехал. Давай, крошка, ага, черт и все. Я же просто хотел тебя окликнуть и ничего тут окликать. И что? Какого хрена, нигер? Тут миллион таких, как ты. В жопу запихну. Ага, таблеточку экстази. Ну, сейчас я тебе, зайка. Да пошел ты нахрен, лох. Я даже не знаю, Чермандером он что ли назвал. Hey, ain't there a law against you, Marquez, gangsters in city, вроде незаконно. Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit! Ass, nigga? Fuck you, nigga! Давай. Fuck you, nigga! Господи! Ты серьезно думаешь, что мы сможем... He on a bike, man! We ain't gonna catch him! Oh, gangster, we got this! Hold on, Chop. Так, и сейчас надо его. What the fuck you say something for? We could have creeped up on this nigga. You see yourself, Frankie? He's a big black motherfucker, nigga. You're creeping days. На. Что, миссия, не дай бог, провалена еще. А что надо было с ним делать-то? Блин, такое удачное попадание было, и нахрен. Just drive, fool. Давай рули, балбес. Я тебе сейчас дам, балбес. He leaving us behind, fool. You seen that bitch back there? She a dog. I'm all over that. Давай. She probably the same. Like I said, they flock. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Come on, homie, concentrate on the road. Foot down, motherfucker. It's heavy enough already. Shut the fuck up. I know what I'm doing. Nah. Damn, you okay, Chop?
Man, look at this shit, dog. Блин, он в поворот ушел. Мы так красиво, конечно, не сможем. Man, how we gonna get the ransom? If you use your cell phone, the police gonna trace the signal and we fuck. Man, that don't happen, dog. That's some bullshit. It ain't some bullshit. It ain't some bullshit. It's science, fool. They got the technology. Man, fuck science. Oh, shit. Damn. He got fucked up. Ему хана. Так не, он задавил-то даже. Man, take Chop. Go get that fool. Nigga, you just sitting your Беги ass за этим придурком, Чопа. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Get him. Почему вы сразу-то его не хотели пришить-то, как я предлагал, там на дороге, если я смог бы? Давай. Собаки, ты-то должен вообще догнать его на раз-два. Ты-то должен на раз-два догнать. Давай. Он вроде как упал там. We coming for you. Твою ж мать. Oh, fuck. Come on, boy. Find that fool. Sniff him out, Chop Chop. Lead me to him. He hiding in that train, boy. Ну-ка, давай. Вот так, первый вагон. Попался. Find you, motherfucker. You a mean motherfucker, man. Let's go. Давай. Stop running, dog. Come on, where you at? Come on, smell that stinky motherfucker. Давай, собакин. Hey, Chop, that smell like a baller. Давай. Ну давай, двигай, двигай. Hey, Chop, what you smell? Что ты унюхал? That ain't what we after. Ну тоже неплохо. You better not be fucking when I get there, Chop. Я рад за тебя. Shit, Chop. Man, that's a dude, dog. Your little nasty ass ain't picky, is you? Get out that thing, Chop, you filthy motherfucker. Not the time, Chop. Давай. А то мы так с тобой не справимся. Потом. Все потом. Show ain't been training your ass, has he, boy? Ну ты был красавчик. Я за тебя рад. Got a whiff of him, Chop? Okay. You in here? Hallelujah. You scared of dogs, nigga? Oh, shit! Fuck you and your stupid dog. Don't hump him. Bite his ass, Chop.
Вали его, козла. Давай. Я не хочу связываться с... А мы сами по себе. Что за херня, чувак? Полезай в угол, кусок дерьма. Чёрт! Эй, Лайнер Дэвис! Хватит болтать, Никер, залезай внутрь. Чувак, ты долбанный идиот. Давай. Такой разговор у них, это пипец. Давайте доставим его. Поехали, поехали. Заткнись. У нас все идет по плану. По только мне известному плану. Так. Нарушаешь? Нарушаю. Really? Well, I guess that means we're gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fans gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. Опа. Телефона, телефона. We got your boy. You calling them on a cell phone, you dumb motherfucker? Nah. They gonna trace this shit in a second. We want 40,000 and pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done? Дело done? Мы взяли. You just gave him Зачем our location. Он, правда, now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. Пошел нахер, мудак. Дай сюда этот чертов телефон. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. Скоро свидимся. You've been seeing shit. Ты только жив, потому что мы пожелали тебе пожалеть ту задницу. Не забывай об этом, чувак. Давай. Поехали. This is bullshit. Take me down the cut. Ой-ой-ой-ой-ой. Приехали, засранец. Почему день потратили? Представляешь, день. Они будут искать тебя. И копы тоже будут тебя искать. Как страшно, твою мать. Я ведь гангстер, мать твою. Я могу за себя поставить, брателло. Хрена лысого ты можешь. Вот и поговорили. Выполнено. Хорошо, ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!